Меня зовут Лариса Жукова. Я учусь на преподавателя практики осознанности. Мне необходимо приобрести навыки как говорения в принципе, так и говорения в эфире. И поэтому я заинтересовалась вебинаром Елены Литвиненко и приняла участие в этом вебинаре. Изначально я хотела приобрести навыки, слушая как бы эту программу, но неожиданно для меня я вовлеклась в процесс и начала говорить непосредственно прямо в процессе программы. А для меня это такой вообще первый опыт говорения в эфире, да и вообще в принципе говорения. И поэтому я немножко нахожусь в таком состоянии, ну, такого, в общем, в таком шоковом немного состоянии. Вот. И мне, в общем-то, это нравится. Потому что, наверное, по-другому бы я и не смогла начать говорить. И я благодарна Елене за то, что именно вот так сложились обстоятельства, что, в общем-то, мне такая возможность предоставилась. На руку, что группа оказалась маленькая, и поэтому у меня больше появилась возможность практически индивидуальное обучение. Я получаю прекрасный тренер. Мне всегда нравились люди, которые умеют говорить легко, практически не задумываясь следующей фразе. То есть мне все время с удивлением смотрела я на таких людей, у которых речь просто льется, и они прямо говорят и говорят. Мне очень бы хотелось хотя бы немножко приблизиться к этому. Вот. И поэтому я рассчитывала принять участие и в более долгосрочных тренингах, которые будет проводить Елена Литвиненко.